У Добрушкім районі сьогодні узбуджена ще одна кримінальна справа по артикулі «Службовий підлог». По даних прокуратури, з початку года у акціонерному товаристві «Червоная Буда» з допомогою приписок утоювали факти падяжу живёлы. А проча того, видадзені предписанні по наведенні парадку на фермах. Подрабязності у матеріалі наших кореспондентаў. Малочна-таварную ферму «Тераховка» прокурор Добрушского района Павел Чирыков наведывая не упершиню. И снова констатуя, не глядяши на ранейшее предписание, парадок так никто и не навел. Умовы, у яких утрымливается живела, порушают все потребования ветеринарного законодавства. Кировництво КСУП «Тераховка Агро» спосылается на дренное надворье. Такая ситуация после дождей. Пока дождей не было, здесь было сухо, вопросов здесь не было. Супрасовники прокуратуры с таким тлумачением не погаджаются. Праз некалькі хвилин высветляется недарымно. Бригадир Светлана Кожевникова удокладняя, наведением парадку на этой ферме не займались уже несколько месяцев. Что не так, по вашему мнению? Навоз надо убирать, кормушки надо делать. На протяжении какого периода времени он здесь не убирается? А полгода точно не убирается. Полгода? А с какой периодичностью должен убираться? Ну, я считаю, как по загрязненности, ну, раз в месяц, может, два раза в месяц. Но если нету техники, знаете. Нету техники. Да. Вы обращались к своему руководству? Конечно. Они знают об этой проблеме? Конечно, знают. Не выкликая оптимизму и стан самих побудов. Узведенные амаль 70 годов тому, и они, напевно, николи не бачили навод минимального ремонту. Крыху лепш ситуация у акционерном товаристве «Червоная Буда», хоть мета приезду у эту господарку у супрацовнику прокуратуры иншая. С початку года тут схавали 25 фактов падежу живелы. Их оформляли як продаж людям, у тым лику подставным особам. Отповедный артикул у законодавстве трактуется як утоенный подлог и продуглеживая покарание у выгляде 3 годов позбавления воли. Не всеми должностными лицами принимаются надлежащие меры по соблюдению требований законодательства, а также служебной и трудовой дисциплины. В результате прокурорских проверок прокуратуры района возбужден ряд уголовных дел по фактам искажения статистической отчетности, связанной с сокрытием падежа скота под видом выписки физическим лицам. Так, подобные факты были выявлены в деятельности ряда бригадиров открытого акционерного общества «Красная Буда» по сокрытию 25 голов крупного рогатого скота. Наведение порядка у живёлагадоўлі сегодня одна из головных задач белорусской прокуратуры. Факты утоивания гибели живел на фермах не являются выключением. Причины разные. От недохопу корму до незадовольняющего догляду. Сярод распаўсюджаных и порушений технологичного процессу. И это факторы, которые не являются объективными. Я хотел бы предупредить всех представителей, всех, кто трудится в сельском хозяйстве, что любые нарушения прокурорами будут пресекаться. По всяким нарушениям будут проводиться проверки и тщательно исследоваться обстоятельства. Но если это связано с фальсификацией или причинением ущерба, то проверки эти будут проводиться в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Никому не стоит становиться фигурантами уголовных дел. Задача стоит одна, и она поставлена главой государства. Контроль и дисциплина в любом технологическом процессе. У господарках, где выявлены факты утоивания падежу живел с оформлением фиктивных документов, прокуратура проведе поглыбленные проверки с узбуджением криминальных справ до супрацовников, которые допустили порушение законодавства. Алексей Цюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель».